про похудение много вопросов задают. Да, действительно, там я сбросил 28 килограмм за 3 месяца. За 4, 120 дней, да. И так, продолжаю поддерживать, много вопросов задают. Во-первых, поскольку это все-таки юридический аккаунт, то скажу, что худеть это легально. Если что, мы можем подготовить договор и, в общем, провести государственную регистрацию, и все отлично сделаем. Если что, подадим в суд на продукты, которые вы едите, за то, что они заставляют восполнять. Ну, а если серьезно, то просто подсчет калорий. Да, минус сахар, минус хлеб. Ну, когда начинаешь именно вот так питаться, ты видишь, вбивать в программу, ты видишь, что, сколько калорий, просто глаза открываются, просто прозреваешь, что, сколько содержит в себе калорий. Ну, и потом уже приходит и запоминаешь, естественно, что, сколько в себе содержит калорий. Там, например, не знаю, бутылка водки 1100 калорий. То есть сразу уже понимаешь, что если там норма у тебя 2500, то вот. Если другие какие продукты, там, не знаю, сыры, только не жирные, опять же, потому что там по 300 калорий, хлеб 340 калорий. Ну, и вот так считаешь, ну, можно вообще вполне нормально питаться. То есть, ну, ты просто убираешь какие-то лишние бутерброды на ночь, по сути, потому что там я хочу в бигтейсте, например, 850 калорий, отлично, пошел и съел, и просто радостен и бодр. Так что ты, в общем, питаешься, просто меняется как бы понимание всего, что сколько содержит в себе, что полезно, что не полезно. Еще спрашивали про спорт. Вот, мол, типа спортом занимался, когда нет, я не очень люблю, в общем, заниматься там спортом. Я люблю покататься на велосипеде, там, я хожу пешком до офиса, 10 тысяч шагов туда-обратно получается. В общем, можно это все и без спорта. Главное, опять же, считать калории просто. Ну, если вы ходите там 10 тысяч шагов, то вам еще можно в день слопать там плюс 700 где-то калорий. Или там на велосипеде проедете и смотрите, о, там еще 300 калорий можно слопать сегодня. Вот, поэтому... А спорт, если худеть на спорте, то как только перестанете заниматься спортом, так снова все вернется. То есть нужно изменить просто на всю жизнь свой режим питания. Вот и все, на всю жизнь. Это по-другому никак.